И снова всем большой привет, с вами Страйкс, мы играем в Субнаутику. Поплыли искать всякие разные комнаты. Надеюсь, мотылек уже подзарядился там у нас пока, да? У нас в прошлой серии была нештатная ситуация, у нас тут прорвало. И вот эта комната, короче, все затопило, потому что я вот это начал строить, и у нас, в общем, не выдержало давление на базе. Короче, поплыли мы, знаете, куда? Вот сюда. Здесь там опасное чудище живет. Но мы... Хотя, может быть, и нет. Может быть, и не туда сначала. Мы вот эти еще глубины не все изучили. Я хочу найти комнаты. Комнаты... для базы. Построить базу. А, погоди, стой. Ну ладно, мы в мотыльке сидим, в принципе, все равно. Сколько нужно чего для этого? Для лазерного. Алмаз, титан, пищевая батарея. Пойдем сделаем. Вот что, потому что там мы находили эти... Так, а где мы? А, вон она. Мы находили с вами базу, которую надо пилить. Ну, не базу, а обломки, короче. Поэтому давайте мы сейчас сделаем резак. Я совсем забыл про резак. Давай, стыкуй меня полностью. Так, батарея. Сера, два алмаза, батарея, титан. Ну это изи вообще. Сера. Два алмаза. Батареи у нас нет, но батарея что там делается? Из вот этого медного провода. И еще какой-то фигни. Ой, точнее, она не из этого, она делается медь-гриб. Медь-гриб. Но мы сейчас хитро поступим, мы сейчас воспользуемся два гриба. Воспользуемся читом, короче. Ну, это не чит, это называется хочешь выживать, делай все для этого. Так, у нас есть глайдер. Мы меняем в нем батарею на новую. Правильно. А старый мы создадим инструмент. Там все равно какая батарея, поэтому... Здесь же не написано целая батарея, здесь просто написано батарея. Поэтому мы используем старую батарею. Очень даже просто. Чтобы новую нам просто не жечь. Так. У нас есть резак. Что нам точно не нужно? Это строительство нам... Ой, погоди. Дальше штука, ты будешь на первом месте. Потом вот это. Резак и сканер, да. Вот этот строитель нам пока не нужен. Мы можем вообще его, в принципе, оставлять дома. Как-то так. Попить водички. Пойдем съедим какую-нибудь рыбку. Поймаю сейчас вот этого глазастого. И сварю. Извини, друг, но ты еда. Все. Я готов к путешествию. У нас теперь есть резак. Теперь мы можем что-то зарезачить. Ага, конечно. Понятно, все, привет. Потом улучшение найдем какое-нибудь, поставим себе на мотылек. Но пока что...
Блин, к сожалению, мы ночью отправляемся. Хотел бы я с утра. Ну, мы ночью. Ну, в принципе, тут без разницы. Тут что день, что ночь. На глубине все равно темно. Так, где-то у нас была какая-то кучка. Кучка обломков, где я без резака не мог туда пролезть. Вот нам надо туда. Что нам вообще, в принципе, нужно? Нам какой-то нужен новый сплав. Ну, по факту, нам нужно только исследование. То есть, по сути, нам ничего больше, кроме исследований. Мне так неинтересно. О-о-о. И что, по-вашему, я должен тыкнуть? Возвращаться не хочу. Можно я просто тут пока поплаваю? Тут этот самый безопасный биомчик, кстати. И можно было бы тут базу, кстати, построить. Здесь глубоко, 160 метров, то есть здесь можно хорошую базу, большую ставить. Так, что это за часть? Меня интересует. Так. Мостик циклопа у нас уже готов, отлично. Получается, что мы уже прокачали себе мостик циклопа. Еще у нас осталось вот раз отсек и два отсека. И здесь еще, наверное, какой-то хвостовой. А, мотор, по-моему, двигатель. Точно, двигатель. То есть это у нас корпус. Че, кто-то у нас налепился на нас. Так, ну, поплыли дальше. Нас интересует, конечно, не так циклоп, как всякие рода комнаты. Хочу для базы. О, смотри, какая... А, вот она, тепловая штука, по-моему, да? Или что это? Что это такое? Что это за ураган такой? Меня это засосет сюда, нет? Что это за штукенция такая? Инопланетная вентиляция? Нифига себе. А, может быть, ее реально можно как-то использовать для чего-то там? Какие-то вот эти потоки для... Может, в энергию можно как-то будет перенаправить вот это все? Так, давай вот эти штуки пособираем. Это что у нас? Это, по-моему, что-то такое полезное было. Так, это литий. Так, ладно, меня интересует исследование в первую очередь. Давайте мы будем заниматься только тем, зачем приплыли. Всякие разные штуки. Куски. Прикольно, конечно, мирок. Я знаю, что здесь есть вообще какие-то очень не это... Необъятные вообще какие-то глубины, там по 1000 метров, по 700, и там много всяких врагов больших и сложных, которых, наверное, нельзя победить. Но при этом интересно изучать, смотреть. Так, давай, какое-нибудь исследование мне, пожалуйста, прогрузи. Так, а что за штука? Ага, это корпус циклопа, стопудово. Так, у меня вот эта штука не на правильной стоит. У меня это было на... Четверочку это у меня было. Чтобы я сразу его хватал. Так, корпус циклопа изучен. Отлично. Теперь у нас еще осталось только двигатель и... Короче, не так-то много у нас осталось. Так, я хочу комнаты. Дайте мне, пожалуйста, комнаты. Как они выглядят?
Так, это что за нога? Стыковочная шахта, это у нас уже было. Это мы уже видели. Так, получается, что... Нет, дверь тогда... Ну, вот эта комната должна быть тоже обломком. Если стыковочная шахта, она обломком, то дверь тоже обломком. Ой, дверь, комната. То есть она не в чертеже, а именно обломки. Вот, вот сюда я мог попасть. Ой, слушай, а там дырка. Водичка. Оу. No signal. Сканер. Устройство батареи. А, вот зарядка батареи, кстати. Вот зарядка батарей. Горшок композитный какой-то. А, для растений. Надеюсь, там не жрет наш цикловый этот мотылек никто. Так, можно внутрь. А здесь что у нас? Я могу попасть как-то сюда? Эта штука открыть, нет? Так, никто не жрет мой мотылек. Давай заправимся кислорода и нырнем сейчас туда поближе. Так, вот это уже интересно. Погнали. Фонарик бы нам, конечно. Так, вот эту штуку. Еще раз. Во, отлично. Так, здесь тоже была дырка. Ну, мы плывем. А, мы вниз плывем. Ух ты ж, ебать, тебя колотить. Он меня хочет сожрать, а он не может залезть. Так, получается, все, что мог, я нашел. Вот сюда только не пускает. Ага, вот это еще какая-то фоторамка. Но это все типа декора, я так понял. Правильно? Типа декора, все. Так, может, что открывается? А, во, погоди. Давай. Ух ты ж, ядрен батон. Давай подзарядимся. Пошел нахер. Рыбка. Мне нужно какой-нибудь электроэту. Там, по-моему, можно что-то ставить такое. Под защиту. Типа электрошока какого-нибудь. Чтобы как херанул. Так, вот еще что-то у нас тут, батарейка. А, так, еще что есть? Могу что-то просканировать больше. Скамья. Ну, это декорчик, понятно. Так, это можно открыть. Могу что-то починить? К сожалению, никак. Ага, мне нужен резак. Давай. Режем. Симулятор подводного сварщика, ребята. Режем дырочку. Ох ты, нифига какая анимация. Какая-то пушка. Сборщик транспорта. Водичка.
А, вот что самое главное. Опа, все. Еще какой-то картридж. Еще какой-то картридж я нажал. Так. Все, я понял, что тут пиздец нам. Надо срочно выплывать. Сейчас еще разок заплыву. Может, я там что пропустил? Сейчас посмотрим. Рыбка. Да шла б ты нахуй. Поплыв нахуй, блядь, отсюда. Карась, иди отсюда. Так, плывем, смотрим. Тут у нас открылось. Ничего я такого не пропустил исследовательского. Да вроде бы нет. Вроде ничего не... Вроде ничего не пропустил. Все, что мог открыть. А, вот шахты еще, слушай. А вот здесь я не был. Во, а вы говорите. А вы говорите, уходи. А вот еще одна штука. Так, что еще? Фрагмент модификации станции. Еще какая-то сборщик. Слушайте, сколько всякой штуки. Сколько всякого полезного. Так, нам надо сваливать, иначе кислород. Да-да-да. Где? Фух! На 3 секунды я успел. Вот это вообще монстр просто. Ты смотри, сколько мы исследований охрененно нашли. А, вот оно. Модуль глубинного погружения. То есть можно поставить еще модуль на... мотылька, чтобы ниже опускался, модуль корпуса, модуль эффективности батареи, модуль хранилища, то есть можно вот эту хранилище, чтобы у нас еще было. Солнечная зарядка мотылька вообще отлично. Система про защиту мотылька, вот это нужно. Система, но она, по-моему, тратит батарею, то есть можно как-то ёбнуть там током и отогнать всякую шнягу. Вихровая торпеда, вот какой-то улучшенный реактивный ранец костюма краб, то есть костюм краб можно сделать. Офигеть. Тепловой костюм краб. То есть костюм краб какой-то и учим. Газовая торпеда. Офигенно. Что еще выучили? Циклоп у нас выучен. Еще осталось вот чуток. Комнату так и не выучили. Ноль из двух. Так, вот улучшение. Вот улучшение транспорта. Вот эту штуку надо сейчас поставить. Все, я думаю, что мы сохраняемся по-любому, потому что мы много чего нашли. Очень полезная штука. Вот это вот, ребята, советую. Так что вот это вот большой отсек. Всем по-любому туда залезть. Кстати, вот здесь еще я не был. А, нет, я проплывал. Да? Получается, блин, очень-очень много всего есть. Да, я туда нырял. Слушайте, вообще обалденная штука. Вот еще какой-нибудь типа такого куска огромного найти. Там еще где-то был. Это не тот кусок, где надо было варить. Я еще один находил. Так, возвращаемся на базу. Так, а у меня полный этот костюм-то? Нет, не полный. Так, водичку я тут понаходил. У нас еще можно всякой всячины пособирать. Может, корпус найдем? Пока утро, пока хорошо видно.
сожалению. Так, вон там коробочка какая-то. Ну, коробочки, как я уже выяснил, это только либо декор, либо инструменты. Хотя вот эти вот штуки, это могут быть комнаты всякие. Биореактор. Нет, ну это мы уже находили. Комната сканирования. Ну да. Ох, блядь, какая рыбка. Чуть не съела Страйкса. А вот здесь может еще что-то валяться, наверное. Какие-то обломки больших комнат. Во. Это сканирование. Ой, там эта херня. Биореактор. Блин, все забито. Но если я что-то найду, я, в принципе, просканирую. Так, а чё эта штука не просто так лежит? Она там что-то охраняет. Наверняка какие-нибудь части полезные. Так, а убить ее просто нельзя, да? Блин, зараза какая. Ладно, поплыли. Так, погоди, а вот это другая часть. Здесь я не был. Здесь, по-моему, тоже пилить надо. А, нет, это вот как раз она и есть. Чуть Страйксовская, что вообще что-то без памяти, блин. Так, это что за нога? Так, все, я уже весь под завязку. Вот как надо этот. Aboard, грузовой отсек обязательно. Так, все, ладно, мы много чего нашли. Поплыли к нашей базе. Жалко, нет третьего лица здесь. Я бы видел, как мотылек плывет наш. Так, вот еще. Ой, это какая-то комната. А, нет, это биореактор. Не то. Блин, я уже думал, что это комната. Ну вот она примерно так же и выглядит. Тоже какой-то кругляк или часть кругляка. Detecting increased foreign bacteria levels in the water. Performing a self-scan is advised. Сканирование. Ну, короче. Я считаю, что у нас очень полезный рейд был. Так, вот здесь нету никаких обломков полезных. Вот это что за штука такая? Просто железяка. Такой звук все равно, ну, успокаивающий, да? Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Ну, как-то, не знаю, я релаксирую в этой игре. Без напряга прям. Я знаю, что потом будет жопоболь, потому что там всякие большие... Большие монстры нас будут жрать. Но, тем не менее, пока что все хорошо. Добро пожаловать, капитан. Так, я должен поставить супер-пупер модули улучшения. Ой, сколько много всякой всячины. Во-первых, у нас сообщение. Привет. И у нас литий вот здесь.
Так. Короче, все раскидали. Еще поесть? Но можно строить. Так, дайте рыбку, пожалуйста, одну. Камеру не сперли? Вроде нет. Вот так, рыбешка, иди сюда. Так, покушаю. Надо срочно модификацию ставить на мотылек, чтобы глубже можно было плавать. Какую-то защитную там эту. И от солнечной батарейки было бы неплохо заряжаться, чтобы мы, по крайней мере, в дневное время... О, кстати, вот этот глазастый самый эффективный, походу. Так, что я хотел? Я хотел построить, посмотреть, что там я могу построить. Так, только... Нужно... Мне нужно вот это. Так, пятерочка. Во, смотри, вот эта штука нужна. Прям по-любому. Это делает вот эти вот именно модификационные капсулы. И вот это для батареек. Чтобы мы могли заряжать батарейки. Горшок. Это все декор вроде, да? Хотя нифига. Здесь, по идее, должно какое-то растение расти. Растение расти, я клево сказал. Эту так и не нашел. Вот. Вот эту штуку надо с первым делом поставить. Так, три титана, микросхема, кабель. Микросхема есть, кабель есть, три титана. Раз, два, три. Пойдем. Впиндюрим ее вот сюда. Она, по идее, расширяет комнату, насколько я помню, раньше так было. Да, то есть я могу зайти вот так. Ой, здесь как раз краба делать со всеми штучками, плюшками. А здесь у нас что? Мотылек. Во-первых, мы его переназовем. Так, а могу я прям наш канал? Ой, не хватило одной буковки, ребят. Ну ладно, давай тогда вот так. Вот. Ну как-то, чтобы было. А, можно его перекрасить? Давай его перекрасим нахрен. Какой-нибудь светлый. А где RGB-каналы? А, вот они. Давай в какой-нибудь... Так, что это? Что-то виднеется. Вот давай, вот. Извините, ребят, но будет какой-нибудь красный. Чтобы просто его сразу заметно было. Ярко-ярко-красный. Голос. А, полоса, я думал, голос какой-то. Полоса пусть будет черная. Вот такой вот. Или какая-нибудь вот такая. А, готово. Пойдем посмотрим. О, смотри, какой клевый мотылек стал. Красненький. Шрифт, конечно, говно. Но это ладно. Так, что я могу еще здесь сделать, помимо перекраски? Ничего, да? Здесь у нас что? Торпеды. Модули краба. Модули мотылька здесь делаются. Так, хорошо. Что нам нужно для глубины? Титановый слиток и два стекла. А для вот этой пуни-анилит, это что за хренота еще такая? Торпедная установка мотылька, нифига себе. То есть можно кого-нибудь даже торпедировать. Есть у нас стекло вот это, и расширенный провод нужен, чтобы у нас батарея сама заряжалась. А это у нас что такое? Гидролокатор, специальная система для сканирования, отслеживает это. А у нас нету магнетита вот этого, так что, извините. Пока что только вот этот модуль глубины ставим. Титановый слиток и два стекла. Погнали.
Титановый слиток и два стекла. Титановый слиток и два стекла. Так, кварц. 2, 3, 4. Титана отсюда нафиг. Забираем. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Титановый слиток. Стекло. Достаточно легкий крафт на самом деле. Он такой незамудренный какой-то. Не знаю, мне нравится. Модуль мотылька. Все. Глубинный модуль, отлично. Нам надо, чтобы его не плющило на глубине, не разрывало на части. Поэтому погнали. Тут всего лишь 4 ячейки, не так-то много. Но тем не менее, давай. Бабах. Все. 300 метров. Вот это уже пацанская глубина. Это получается 400, 500, 600 метров у нас, если что, мы можем, да, вплющить сюда максимум. 600 метров. Ну, такое. Что еще могу из доступного? Общие модули. Эффективность двигателя. Это быстрота, да? Мотылек краб. И усиление корпуса. Вот, хранилище. Литий, 3 титана. Погнали, делаем хранилище. Вот это очень важная штука. Литий, 3 титана. Скажи, что у меня есть литий и 3 титана. Отлично. Хранилище. И я бы сделал, конечно же, модуль корпуса. Литий, 4 алмаза, 3 титана. Если алмазы есть... У нас только 2 алмаза. Так, у нас точно больше нет алмазов? Алмазов больше нет. Да. Все, алмазов нет, ну и хер бы с ним. У нас еще одна модификация. Хопа. Так, сейчас посмотрим, где он добавился. По-моему, где-то спереди был. Или с этой стороны. А где в тебе это хранилище твое? А, вот оно, да? Вот это же хранилище. Сколько в тебе есть? Ну, по крайней мере, водичку с аптекой можно возить, чтобы уж не париться, да? Чтобы у нас точно там все было. Блин, клевая игра, мне нравится. Побольше бы всяких вот таких строительных штук, я бы был вообще в кайфе. Так, а можно, наверное, еще один сделать, если так. Да? Блин, алмаза не хватает, сейчас за алмазом, короче, полетим, поплывем. Вот эту штуку тоже только можно сделать. Солнечная батарея, это у нас эмалевое стекло. У нас есть расширенный комплект проводов. Давай посмотрим, сможем мы такое расширенное сделать. Вот, у нас даже есть комплект проводов. Нам надо расширенный. Что тебе надо для расширения? 2 золота и микросхему. Два золота. А из чего микросхему делаешь? Золото, медь. Золото, медный провод. И образец. Так, стой. Еще одно золото. Медного провода, которого у нас нет. Значит, надо там сколько? 2 штуки, по-моему, меди, да? И образец. А ну-ка. Медный провод. А, два образца, понятно. Микросхема. Расширенная фигня. По-моему, расширенная также нужно для этого делать. Как его? Для циклопа, короче.
А, эмалевая не взял. Эмалевое стекло. Это полезная штука, в принципе. Заряжаться от... от солнца, потому что если вдруг мы далеко заплывем и у нас кончится все, мы будем... мы можем, в принципе, выкинуть этого мотылька, и он у нас никогда не сядет батарейка, да? Получается, что мы можем по поверхности плыть, от солнышка заряжаться. Солнечная зарядка. Все, можно еще сюда что-нибудь поставить, какую-нибудь защиту там. Но пока что у нас кончилось всевозможные... пристыковано, полностью заряжено. Ой, клево, даже все пишет. Так, а самого краба я... сделать пока не могу. Видите? Модули, модули, торпеды. А краба я делаю, получается, тоже через вот эту... Так, фоторамка. Можно что-то сфоткать, наверное, скамья, это не то. Вот это я еще хотел сделать. Микросхема, сетчатое волокно, серебряная руда, титан. Сетчатое волокно, это что у нас? Какая-то водоросль, что ли? Ну, как всегда. Но это тогда в следующий раз уже. В следующий раз. Пока, в принципе, у нас вот здесь хватает. Аптечек. Можно просто отсюда воровать. Ой, слушай, а я же могу ее, по-моему, скрутить отсюда. Точно. Что за глюк? Или он так медленно ее с 7%, 8%, что-то очень медленно разбирает. Или они специально так сделали? Кстати, сюда, по-моему, можно вешать огнетушитель, если я не ошибаюсь. Нет? Не могу повесить. Жалко, я бы повесил. Так красиво бы висел. 14. Слушайте, или он сам разбирается? То есть я только нажал. Ну как-то странно. В общем, разбирается вроде как. Я, по-моему, сразу скручивался и все. Не парился. Даже, по-моему, радио мог разобрать. С вот этой штукой. Видите? Q есть. Или у нас... А, слушайте, у нас тут еще батарейка сажается в этой штуке. А в сканере, погоди, тоже батарейка? В сканере тоже батарейка, прикинь. И в резаке, да, тоже батарейка? Ну да, во всем есть батарейка. Ладно, разбираем потихонечку. В следующей серии мы продолжим. Надеюсь, пока я буду тут, оно все разберется. В следующей серии продолжим. Можем... Ну, блин, нам надо, короче, комнату искать. Вот. Комнату искать, отвечать на... Ну, поплывем, скорее всего, сюда. На вот эту 19-ю капсулу попробуем туда 300 метров. Теперь мы уже можем туда нырнуть, потому что у нас мотылек позволяет нырять на 300 метров. То есть мы сможем спокойно туда заплыть. Поэтому в следующей серии поплывем как раз вот эту 19-ю капсулу спасать. И ждать, пока у нас тут вот это все разломается. Вот, а я пойду пока перекушу рыбкой и подготовлюсь. Всего до новых встреч, приходи на следующую серию. Пока-пока.